всем привет! Сегодня у нас 16 декабря, и мы наконец-то едем кататься. У нас был перерыв сентября, мы обслуживали мой квадрик, у нас новая блокировка спереди, весь капролон новый, все втулочки, новые все подшипники ступичные, рычагов новые задних подшипники, лебедку перебрали, Одис тоже обслужился. Иксы себе поставил. Лёхин литр тоже все жидкости обслужили. Новые пыльники на привода. И в целом все. Никогда по нему не ездим. Пару слов хочу рассказать о доработках квадрика, так сказать, к следующему сезону и к этому зимнему сезону. Я поменял резину. У меня раньше стояла Maxxis Mudzilla, десятки по ширине в круг. В этот раз я поставил 10 спереди, 12 сзади. CST Wild Tank. Ну и в целом, как бы, резиной я очень доволен. Также мы поставили переднюю блокировку механическую, а не на фикционных. Тоже пока вроде хорошо работает. Все втулки на капролом поменяли, пыльники, сальники. А, ну еще один важный момент. Это у меня теперь стоит проставка руля. Руль стал повыше, сильно комфортнее стало стоя ездить, да и сидя тоже. Вот. Ну и лебедку перебрали заодно. В целом, без изменений. Ну, бедлоки покрасил, выглядит симпатичнее. В планах дальше поставить новые стойки. Потому что этим, конечно, уже, наверное, плохо. Столько лет проездили. У меня есть подозрение, что я совершил ошибку сегодня, надев вейдерсы, а не зимние сапоги. Но сейчас время покажет. Точнее, маршрут. И такое количество снега, что я аж не уверен, что мы доедем до туда, до куда хотим. Нас ждет первая речка. Ой, я в нее точно сейчас нырну. Ой, я проскочил. Снега действительно много, но радует, что он мягкий и пушистый. И в целом едется хорошо, на самом деле. Не как мы тогда в апреле ездили, когда он был мокрый и тяжелый. Сейчас очень хорошо ехать. И мороз не сильный, минус 4, минус 5 всего. А к ночи вообще теплее станет до минус 1. Камера категорически отказывается работать в мороз, хоть и небольшой. Я не понимаю, что такое. Дали прокатиться на витре, на клачке тела, длинная база, 30-е колеса, ИТП криптит и подвеска с пехом. Ну, подвеска, конечно, да, сильно хорошо работает, очень даже хорошо. Как он прыгает сладко. Ну, конечно, квадрик на этих колесах гораздо стал устойчивее. Просто сзади 12-е. И за счет всех втулок. И, ну, резина другая, у нее шашка ниже. Из-за этого у меня перестала наконец-то арки чиркать. Вот я очень хочу поставить себе новые стойки от компании Русан. Вот бы они мне скидочку сделали, я был бы очень рад. Если вдруг у кого есть скидка на Русан, пишите, буду очень благодарен. Ну, мы практически подъехали уже к речке. Сейчас посмотрим, сколько в ней воды. О, она замерзшая.
воды мало. Миш, едь сбоку, воды мало. О, ледокол поехал. Стой, 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 туда не надо, там глубоко. Здесь катайся, можешь налево поехать. Леха поехал к бобрам, походу. Едь туда же, мешать. Нашли свою лужу. Каждую остановку камеру, чтобы она продолжала снимать, и мы продолжаем маршрут. Как хорошо стало на новых колесах и с новой блокировкой, это просто сказка. Я даже не ожидал, что будет такой эффект. Сейчас еще стойки поменяю, вообще будет ракета. Может еще пороги проклад поставить, думаю, и вообще будет. Мне кажется, идеально просто. Делай красиво! Приехали на речку. Да, лед нас выдержал вообще без проблем. Хотя вон промоины. О, снега много. Мы нашли чуть-чуть грязи. Правда, совсем чуть-чуть. Ух. Опа. Немножко провалились. Чуть-чуть присели. Ну, Леха просто повис.
реки, едем к переезду по реке, там под снега очень прилично, конечно, на полях прям очень много, но в лесу полегче ехать. Пробиваемся потихоньку, но все нормально. Леха на 30-х, на литре, отлично бьет маршрут, я за ним. А третий Одис, хотя Одис можно и вперед в теории пропустить было бы. Ну и конечно ветки определенный дискомфорт доставляют. Ох ты, глубоко. Блокировка шикарна, отлично вообще, выезжать квадрик стал отовсюду. Ручеёчек. Ну все, можно сказать, мы выехали. Сейчас через речку и все. Что там Леша встал? Ох ты, блядь! Подвисли немножко в реке. На льду. Так нечестно. По которой мы обычно возвращались, сейчас оказалась завалена, поэтому Леха в объезд. Да, конечно, Леша пробивает на тоненьком маршруте. Сел. Назад, назад, назад. Назад и ходу, а? Кусок клюва откололся. А? Кусок клюва откололся, такой лед кусок. Назад еще и ходу прям надо, не выскочишь. Я не хочу пачкать.
дома. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч!